дочь приехала. Комбайн, что в прошлом году у нас молотил. Всем здорово, утро доброе. Вчера вот приехал к нам плоскорез новый. Вчера вечером по темноте уже ездили за ним. Вот такой плоскорез на цельной раме с мощного металла. Пятерка, пятилапчатый. Здесь уже уголка нету, чисто цепляется как плуг. Вот так вот. Вот такие здесь крепления такое. Вот завод-изготовитель. Я фотографии потом вставлю еще. Все, надо будет растяжки отрепетировать. Здесь зафиксировать временно поставил пока весь. Ну и перетянуть, конечно. Сразу все перетянуть. Все болты, все крепления. Колеса тут железные, мощные. С чистиком. Чистик регулируется. Вот там под наклон вырезы такие есть. Вот. Здесь в двух местах фиксируется уже. Интересно, здесь тоже в двух местах. Короче, получается, да, в четырех местах стойка регулируется, фиксируется. Вот-вот, и вот эти два. Стойки мощные, тоже универсальные, двухсторонние, без разницы, куда его ставить, только болт вот этот переставляешь сюда, и все. Вот такой вот агрегат. Будем испытывать. Потом я еще по мере испытания буду что-то добавлять, хорошего либо плохого. Но я думаю, хорошего, надеюсь, будет больше. Вот так вот. Этот плоскорез пока отцепил. Вот так вот. Отцепил тут. Пусть стоит пока. Потом либо кировцам отгоним, либо на что-то погрузим да отвезем. Ну а сегодня еще по трактору займусь. То там маленький подтек, то здесь маленький подтек. Короче, буду сегодня заниматься опять по подтекам. Буду сегодня менять грибок на коробке 0,15. На давление коробки. То стрелка что-то прыгает. Вот 0,15 12,24. Еще вот это кольцо хочу заменить. Что-то мокреет тоже. Этот стакан сейчас масло солью здесь. Стакан выкручу.
Заодно посмотрю, в каком состоянии фильтра находится. И вот здесь колечко подберу. Вот остатки масла скапывает. Кстати, вот здесь вот тоже надо будет выкрутить и подмотать, либо шайбу поставить. Тоже мокреет вот отсюда с датчика с этого. Фильтра вроде чистые, я их мыл, но перемою, пока снял. Колечко вот это я хотел поменять. Оно почти сравнялось с буртиками. И мокреет из-за этого. Надо заменить. Все, снял я там датчик. Вот он, оказывается, тут ни колечка, ни шайбочки не было. Дальше идет вот такая система. Вот идет сам клапан. Вот такой штифтик с пружинкой, потом упор и еще одна пружинка. Вот такая вот система. Надо будет сейчас перемыть и посмотреть сам клапан вот этот. Может, он мозги парит. Комбайнер подъехал второй, Санек, который прошлый год молотил у нас. Макс продувает комбайн. Вот новое колечко поставил. Это подходит цилиндра кировского с рулевого. Вот снял грибок. Тут нету проволочка, здесь должна стоять внутри, а ее нету. Вот, по-моему, он мозги компенсировал. Новый грибок есть, сейчас поставлю, правда, удобство там еще. Ну ничего, лучше сейчас, чем по морозам. Вот я про вот этот волосок, а тут нету. А тут есть. Вот сейчас протер, видно, нету его, обломанный. Тут есть, сейчас буду ставить. Вот разгружается, сейчас второй подъезжает, тоже разгружаться будет.
залез под низ, и меня ждет сюрприз. Сальник надо менять на переднем мосту. Вот сейчас поменяю на коробке на переднем мосту сальники, и там под шайбы резинки ставятся вот такие. Вот снял крышку, будем другую растачивать под два сальника. И трубку я снял, паять надо. Тут насос отодвинул, по-другому трубку не снимешь. Здесь у меня германский насос. Вот эту трубку здесь вот паять надо будет. Это с РПН под германский насос.